Всем доброго здоровья. После длительной засухи у нас наконец-то пошли дожди. Ну, я не знаю, насколько их много будет, но это очень радует. У родителей бочка полная. Красота. Все в капельках дождя. С этой стороны дома нету слива. Еще не сделали. Но ничего. Так, вот у нас новый козлик. Такой красивый. Ну, подружился уже со всеми. Козлик будет, как это, производителем через концу лета. В общем, как в псалтыре написано, говорит, радуется, как получить великую прибыль. Вот так же мы радуемся дождю, как исполин пробежать поприще. Ой, смотри, водичка, смотри, как течет он. Единственный момент, что у меня, к сожалению, ну, возможности не было баки дополнительные поставить, приобрести их. Вот. Ну, Бог даст, со временем как бы вот есть желание, чтобы больше баков вот таких вот кубовых поставить здесь. Очень много воды стекает с этой крыши. Благодаря компании Технониколь, Игорю Рыбакову, поклончик низкий от нас, вот, предоставил нам вот такой желоб классный. И теперь мы с дождевой водой. Ну, а теперь вот видишь, конечно, она мимо выбегает. За ночь прям набралась. Был бак пустой, весь набрал. Так что, ой, как же приятно. Слава тебе, Господи. Вот пора помидорки открыть. Теперь солнце не спалит их. Еще не пололо. Надо уже полоть. Ой, как хорошо. Земелечка вся оживет сейчас. Вот наши плантации. 6. Все живое. Ну что, слава Богу, нам Юрий Романович, агроном Срубцовска, значит, такой подарок сделал приятный. Малину разных сортов. И вот мы ее посадили, и в это, видишь, она вся практически принялась. Ну, мне кажется, она не практически, она вся примется. Даже те, которые вот так вот стоят, там из-под низу вот смотришь, вон лезут. Так что все нормально будет.